Ты хороший, Тимофей. Ты мне шли с моей мамочка. А наш страшный. А тогда смотрите, если ты вот Таня, ты беленького забираешь? Еще не болтала? А здесь? А ты сфотографируй, я отошли фотографию. Скажи, красивая хотела быть? А еще кто-то еще хочет, девочки? Приходит эта Захарина, пришла, сказала, Шевченко заберет мальчика. Ага. Семянник мальчик. И Семянник мальчик разобрал. А Таня кто? Ну вот, в протоколе. Таня вот. Таня, я думала, еще какая-то Таня. Это три мальчика, то есть мальчика всех. Да, я поменяла номер. А мальчики это беленькие с черненьким и с сереньким, да? А с рыженьким все девочки. Рыжие, это мальчики. А разноцветные это же девочки. Это девочка, и два черно-белые. Боже мой. Рыженькие мальчики, это беленькие с перышком мальчик, да? А что ты их не берешь за шкирку? Зачем? Ой. Боже, обухи бегают. Ну, нельзя их обрабатывать. Которые можно для детей, для маленьких. Аня, смотри, что все его там вот их трогают, она идет, ищет место причально. Я заметила уже не один раз, что там все что-то с котятами, и она быстро идет тут проверять. Вот это закишивает. Ну, буду сейчас, вон же. А это буду тоже мыло, да? Вот этому мыло.